Всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. И прямо сейчас о самых интересных событиях в шоу-бизнесе. News Time. Андрей Звонкий выступит в Москве при поддержке Bridge TV «Русский хит». Артист презентует альбом «Мир моих иллюзий», в котором смешал рок с хип-хопом и электронной музыкой. Концерт пройдет 27 октября в Мумитроль Мьюзик Бар. News Time. Выступление Дэвида Боуи в образе изможденного белого герцога станет фильмом. Концерт на фестивале Гластонбери в 2000 году будет издан 30 ноября. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Зачем сочинять сценарий к фильму, когда его можно взять из реальной жизни? Биография легендарного певца Элтона Джона станет основой для новой картины. Я всегда смотрю в будущее и думаю о том, что я буду делать завтра. Однако фильм «Рокетмен» посвящен именно прошлому Элтона Джона. Название выбрано в честь одноименной песни 1972 года. «Рокетмен» — это наша первая песня, ставшая номером один. Она посвящена космосу, и ее было очень легко сочинять. Певец лично начал работать над фильмом «Рокетмен» еще 6 лет назад. По слухам, главную роль певец хотел доверить Джастину Тимберлейку. Однако в итоге сэра Элтона сыграл актер Терен Эджертон. Это фильм-мюзикл о начале карьеры Элтона Джона, и в этом фильме будут его песни. Я же буду не только играть, но и петь. Впрочем, выхода картины придется подождать. На экранах фильм появится лишь весной будущего года. Ну а в ближайших планах 71-летнего артиста мировой тур. Гастроли хоть и названы прощальными, но уходить из музыки сэр Элтон не намерен. Для меня очень важно, что в моем возрасте я по-прежнему полон энтузиазма. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.